Привет, я Прости Темплар, и сегодня у нас с вами обещанный хоррор-хоррорюшка. Да, вы там спрашиваете все, где Ля-Нойер, когда будем раскрывать убийства, поджоги, еще какие-то преступления. Ля-Нойер будет обязательно, но сейчас вот мне на глаза попался, точнее даже не на глаза попался, а уже был в списке желаемого, новый хоррор-хоррорюшка Мэдисон, где нам снова предстоит бегать по какому-то заброшенному особняку и пытаться выбраться. Но прикол в том, что мы тут будем бегать с фотоаппаратом. Да, такого никогда не было, Outlast и Outlast 2 тут ни при чем. Поэтому давайте посмотрим, поэтому давайте поорем, поэтому давайте повизжим. Только давайте сначала сделаем лангуаги на русский язык. Он же есть? Русский есть. Субтитры есть, все хорошо. Давайте по видео посмотрим. Видео все замечательно, полный экран. Все, заебись. История. Новая игра. Сложность нормальный, сложность высокий. Визуальные подсказки, зоны для съемки, обычные враги, неограниченное количество мгновенных фотографий, автосохранение. Никаких визуальных подсказок, отсутствие зон для съемки, более сильные враги. Да нет, нормальный уровень сложности, рекомендовано. Написано, что рекомендовано, значит берем рекомендовано. Подтвердить, начать игру. Как много надо нажать для того, чтобы начать игру? Будьте начеку, вы будете не один. Ты прикинь, ты не один, я не один, вообще никто не один. Так, загрузка какая долгая, я ее на игрушку-то на SSD поставил или нет? Если вы чувствуете тошноту, головокружение или головную боль, сделайте перерыв. Перерыв для слабаков, играем даже с головной болью, играем с головокружением, играем с тошнотой, даже если будет от всего увиденного нас тошнить, мать твою. А, нафиг резко 100. Да, наверное, все-таки на SSD поставил. Bludius Games представляет. Игрушка вышла недавно, кстати, по-моему, 2 дня назад, что ли, или день назад. О, господи! Моя голова! Господи! Кто там? Давайте уже сразу без кремаков. Кто там? Это я? Да, это я. Отец? Отец, пожалуйста. Пожалуйста, поговори со мной. Свою же семью. Ты говоришь бессмыслицу, отец. Хорош орать. Я не знаю. У меня тут телек. Ты разрушил нашу семью. Что мне теперь делать? А я откуда знаю? Ага. Так, надо свалить. Отец, у вас нет предметов, которые можно использовать. Хорошо, нужен гвоздодер какой-то. Что это такое? Канистры, печеньки. Что там написано? Лука 5-6-7. Лука 5-6-7. Что там? Отец, что происходит-то? Отец! Бать! С тобой все нормально, батя! С батей ненормально. Надо бы яркости, наверное, прибавить, хотя вроде бы и так нормально. Так, тут надо вот это все выдвигать, это прям интерактивное. А, так, письмецо. From для кузина Ромео. Читать. От твоего кузина Ромео, улица Макламор, 626. Как открыть? Ага. Так, 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 так. Как неудобно вот это вот. Джон Максвелл Фэмили. Там почему-то нельзя было открыть письмо. Что это такое? Нужно найти ручку. Использовать солнечный короб. Хорошо, ладно, найдем ручку. Какую ручку? Надо телек вырубить, что-то он не мешает. Вот, хотя нет, он свет дает. Может, его повернуть можно? Ага. Удобно, кстати. А зачем? Чтобы светло было. Ну хорошо, давайте крутить, вертеть вентилятор. Телевизор, какой вентилятор, блядь, че несу. Так, это типа обучалка, поэтому тут ходим, смотрим. Вот ручка. Все, мы нашли ручку. Побежали, побежали, побежали. Первое правило, у нас ног нет, как обычно. Перестали в играх делать ноги. Че это такое? Молоток.
А что произошло-то? Такое чувство, как будто я попал в дом из Resident Evil 7. Все грязное, все чумазое. Хоть бы прибрался в своей комнате, сынок, блядь. Там отец, он сидит, плачет, не знает, что делать вообще. Использовать молоток. Хать! Хать, хать, хать! Тут тоже использовать молоток. Твою мать! Че орешь-то, блядь? Ебанутый, что ли? Сейчас, подожди. Давай скорей. Ну его нахуй, он что-то психует там, ну да, блядь, бежим. Давай, 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 давай. Я смогу выбрать через дом деда. Дед хороший, отец, блядь, ебанутый. А! Я должен выбраться отсюда. Куда? Не смогу вернуться назад, хорошо. Тут темно, что-то как... Отец с ума сошел. Я надеюсь, это не ПТ? Использовать молоток? Нет. Тут какой-то кодовый механизм. Хорошо, слушай, прям похоже на ПТ немножко. Какие-то фотографии. Сейчас отец вылезет. Да выберемся, выберемся, не ссы. Не понял. Не была ли здесь дверь? А чё за гроб на колесиках? У нас только солнечный короб какой-то. Я не знаю, что такое солнечный короб. А чё это за хуйня такая? Она дверь выбила. Кукушка, кукушка, сколько мне лет осталось? Как это осмотреть просто? Вот я хочу просто осмотреть. Я не хочу использовать, я хочу осмотреть. Может быть, я что-то делаю не так? Надо как-то осмотреть. Это коробка. Тут подсказка. 5, 6, 7. Хорошо. Что это за гроб? Ага, часы. И чё? Закроем-ка дверь на всякий случай. Просто на всякий случай. Так, очень... Она резкая такая игрушка. А, дверь открылась. Ты погляди. Чё за хуйня происходит-то уже в самом начале-то? Я уже боюсь. Мой подарок на день рождения? Как он тут оказался? Как его открыть? Надо как-то его открыть. Повернуть, приблизить назад. Лукасу 16. Happy birthday. Мама, папа и я люблю тебя. Страшный дед какой-то. С фотоаппаратом. Там что-то за фотка есть, кстати. Дедушка был прям как отец. Альберт Максвелл, 1968 год. Чё за хуйня, блядь, происходит-то тут? Дед, не смотри на меня, страшно на тебя смотреть. Может быть, надо вон туда? Но она не будет, это не получится. Она не будет сильно крутиться, закрыто. А, четырехзначный код, не шестизначный. Должно быть сломано. Так, может быть, вот это вот? Типа 1968. Ну а что, почему нет? Иногда даты ставят вот эти вот. Не особо безопасно, конечно. 1968 может сработать. Так, 19 1960. Мать его. 8. А, вон, там 12.38, вон там подсказка прям для меня. Слушай, по-моему, 12.38, вон, справа. Так, 12.38. Или 12.58. Вон там что-то написано, вот 12, это, по-моему, 5. 12, 5, 8.
Ну все правильно, вот. Типа неровно, что ли? Да нет, ровно все. Да что за хуйня тут происходит-то? Там он за дедом что-то есть. Как бы это убрать? Схватить, вот. А-а-а. Вот, схватить. Да хватит. Тут какая-то комната с телевизором. Альберт Макс. Телевизор включился. Давайте смотреть телевизор. И местные новости. Оставшиеся вещи, принадлежащие семье Хейл, были наконец выставлены на аукцион, принеся почти 3 миллиона долларов. Среди выставленных на аукционе предмет были картины, вместе с небольшим количеством золотых и бриллиантовых украшений. Но самым интересным была мгновенная камера мисс Хейл, которая наконец нашла нового хозяина. Уже прошло 30 лет с пресловутой серией убийств, и несмотря на многочисленные аукционы по продаже имущества семьи, никто прежде не покупал ее камеру. Для зрителей, незнакомых с историей, Мэдисон Хейл убила свою собственную семью во время колдовской церемонии. Она была смертельно ранена в живот. Офицером полиции, который застал ее на месте преступления, а теперь о погоде. А. Так, давайте проверим. А, запись идет, все хорошо. Очень страшно. Лукас 16. Че за звуки, блядь, они меня пугают. Почему дверь не открывается тут? 12:58. Почему? А, это я там свечки задеваю, что ли? Да нет. Взаимодействовать. Повернуть. Надо как-то открыть подарок-то. Там камера, наверное. Как открыть подарок-то? Подарок. Надо как-то подарок открыть. Тут закрыто, ну конечно. И чё мы тут сидим? Там вон какие-то оккультные символы. Как открыть подарок-то? Блять, на колесико оказывается. Схватить. Взял мышку. Использовать камеру. Так, зажмите использовать камеру. Ага. Ну, допустим, сейчас фоткаю. Опа! Что? Потрясти. Ать, это полароид старенький такой. Мне надо потрясти хорошенько. Все, нет? Вроде ничего не ясно. Может, еще потрясти? Стул взлетел. Дверь открылась, кстати. Ебать страшно. Ебать пиздец страшно. Ебать, чё... Блять, опять этот шкаф нахуй на колесиках. Давайте я сфоткаю. Ать. Да нет, ну просто шкаф на колесиках. Блять, ну это гроб на колесиках, я тебе говорю. Овальный портрет. А чё так темно-то? Вот сюда надо овальный портрет, кстати, повесить. Чё за хуйня? Ты всё ближе, что ли? Почему не могу взаимодействовать-то? Надо взаимодействовать с овальным портретом. Кукушка, сколько лет осталось? Надо сюда портрет повесить. Он не может почему-то. Почему? А, наверное, надо стряхнуть эту одежку.
Ага! Ебать, это не часы. А что это было? Вот, овальный портрет. Портрет деда. Нужно найти гвозди или еще что-нибудь. Гвозди, где же эти гвозди-то возьму? Может, в ящиках каких-то? А что так страшно-то? Я тебе говорю, страшно. Ага. Он вернулся. Вот тебе гвоздь. Я надеюсь, сзади меня... Блять. Я просто надеюсь, что сзади меня никто не схватит за мои яички. То я буду визжать. Я тебе, блин, мурашки идут, пиздец. Гвоздь забить нахуй. Хать. Хать. Хорош. Прям почти по головку. Портрет повесить. Жуткий портрет деда. Че, все? Че нам это дало? Ну, мы повесили портрет деда, дальше что? Дед, а, этого надо сфоткать. Ах ты ж! Потрясти. Да чё так страшно-то? Дед пальцем показывает. Куда? Ага, дверь появилась. И там это ушла. Закрыто. Дед показал пальцем. Если ты не видел, там на фото там было. Но тут-то закрыто. Двери-то нет. Точнее, дверь есть, ключа-то нет. Так, ладно, давайте думать. Тут эта хуйня уехала. Это открывать не будем, ну его нахер. Тут тоже закрыто. Тихо. Дверь закрой, не надо там шастать. Не надо там шароебиться. Шкаф. Ну, дед показывает пальцем. Просто пальцем показывает, и все. Типа сюда. Но тут закрыто. Может быть, тут где-то ключ? Мне кажется, что он прям пальцем на вот эту показывал. На кукушку-кукушку. Ну ладно, пойдемте посмотрим, получится ли у нас открыть вон ту дверь. Код-то мы примерно знаем, там подсказка есть. Правда, она не работает почему-то. Ну нет, не открывает. Закрыто. Бать, кресло. Ну вот эта комната ведет сюда. Точнее, та комната ведет туда. Где ключ-то взять? Короче, где фотографии, надо фоткать. Что с кукушкой делать? Уж кукушку надо тоже сфоткать. Дед, я не понимаю, дай нормальную подсказку. Дед, вот хуй в обед, ничего же не понятно. Тут никого нет? Отец, ты там не выполз? Нет? Хуй с тобой. Тоже ничего нельзя использовать. Опять я туплю, что ли? Сейчас опять писюны накидают мне в комментарии за то, что я туплю. Дед, дай подсказку нормальную, а чё ты как черт? Это было? Тут очень темно, хоть бы фонарик дали. Но правда темно очень.
что тут ящички есть, что-то в ящичках. Закрыто, ага. Ключик, вот. Все, пойдем. Пойдем. Че это я туплю-то? Надо было сразу в ящики заглядывать. Надо в таких играх во все дырки заглядывать. Открылось? Ага, я же говорю, это комната. Так, закроем. Что за чертовщина отец здесь занимался? Хуйня какая-то. А, серийный убийца. Отец говорил, что он занимался починкой дедушкиного дома. Но вместо этого он расследовал дело этой женщины? Какой женщины? Что происходит? Я не знаю, пацан, не знаю, не спрашивай меня. 43-летняя женщина-сатанист убил свою собственную семью во время колдовской церемонии. Верите или нет, эта женщина была замечена за фотографированием одного из ее. Мэдисон Хейл сбрасывал тела своих жертв в колодец в ее подвале. Серийная убийца была смертельно ранена выстрелом в живот. Ужасающие фотографии тел ее жертв были найдены в подвале Хейл. Женщина фотографировала мертвые тела после расчленения. Ты прикинь? Тихо. Офицер Рассел дает показания. Как сообщило отделение полиции, офицер, который покончил жизнь Мэдисон, свидетельствует о том, что перед смертью серийная убийца умоляла дать ей ее мгновенную камеру. Предполагается, что женщина фотографировала своих жертв после расчленения. Собор Святого Юпитера, церковь ужасов. После долгой истории инцидентов собор Святого Юпитера снова стал причиной ярости и негодования после подтверждения того, что в нем будут проводиться публичные поминки в честь души 43-летней серийной убийцы Мэдисон Хейл, которая убила в итоге 4 человека в прошлом месяце. Поминки будут публичными с бесплатным посещением для всех желающих. Согласно речам священника, они попытаются осветить душу Мэдисон божественным светом, чтобы дать ей возможность заглянуть во врата рая. И заебала дверь. Ага, она закрыта. Мэдисон Хейл, бла-бла-бла, это все то же самое. Ага, нет, не то же самое. Серийная убийца Мэдисон Хейл была застрелена офицером Расселом, который стал свидетелем того, как она расчленяла своих жертв внутри колодца на своей собственности. Мэдисон была в агонии несколько часов перед тем, как умерла, но у нее крыша ехала, дом стоит, это все дело фотоаппарате, фотоаппарат проклят. Даже несмотря на то, что ей выстрелили в живот, убийца сумела остаться в живых несколько часов. Серийная убийца поймана и убита. Может быть вовлечено до 4 тел. Полиция нашла изувеченные части тела в ее подвале, который выглядел так, будто был вырван прямиком из какого-то фильма, как описано. Четыре расчлененных тела были найдены в доме Хейл. По-видимому, 4 жертвами были. Были, неизвестно кто были. Колдовство или психическое заболевание. В доме 43-летней женщины Мэдисон Хейл были найдены доказательства ее психического заболевания, которое, как оказалось, пыталось завершить зловещий ритуал, который включал в себя убийство и разделку людей. Полиция бессильна. Так. Велик не работает. Это что такое? Спички. Ключик. Так, тут надо сфоткать. Давай фоткать. Мне кажется, чем мы больше фоткаем, тем больше пиздеца происходит. Ага. Ну, типа какая-то подсказка. Возможно, это подсказка к той двери, которая находится в коридоре. Ну, хорошо. Никого? Короче, чем больше мы фоткаем, тем больше пиздец происходит, я уверен. Кассета. Номер 1. Акустическая кассета. Акустическая кассета. Так. Вряд ли мы сейф можем взломать молотком. А, есть ключ. Ага. Покрутили, повертели, что-то открыли. Взять. А, записная книжка Луки. Моя записная книжка. Значит, отец тот, кто забрал это у меня. Козел, а не отец. Это, короче, типа безопасная комната. Сейв рум. Мы отсюда не выйдем. Мы здесь будем сидеть, мы здесь будем жить. Читать. Священник Томас? Джон, я надеюсь, что тебе это поможет. Пожалуйста, будь осторожен. Помни, о чем мы говорили. Я отвечу тебе, как только смогу. Священник Томас. Я знаю, что кассеты старые, но мне все еще тяжело справляться с компьютерами. Хорошо. А что у меня в записной книжке? Взаимодействовать. Не помню, чтобы я рисовал такое.
Я схожу с ума? Going insane. Нога сестры, рука матери, голова отца. Понятно. Хорошо. Так, а что мы нашли? У нас есть какая-то подсказка, вот эта вот. Может быть, это и правда... Да ёб твою мать, зачем так делать-то сразу резко? Ну, дверь открылась нам сюда. Дом деда. Я не был здесь с момента его смерти. Ебать, я в шоке, я боюсь. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот закроем. Нет сигнала. В полицию позвонить не получится. Да что ж тут за звуки-то вечные? Меня пугают. Я... Бля! Должно быть, буря вырубила электричество. Кажется, у дедушки в подвале был генератор. Ага. Осталось найти подвал. Там темно. А у нас спички были. Нет, мы в спичках просто нашли ключ. Где подвал-то у деда? Может, тут подвал? Ага, да. Следуем красным огонечкам. Комната бабушки и дедушки. Я туда не пойду. Не надо. И туда я не... Не пойду. Никуда я не пойду. Да что ж так страшно-то, а? Под дом деда. Так, я в подвал. У меня цель подвал. Ничего другого. Только подвал. Вот тут есть генератор. Ну. Ага. Можно типа только три сделать, да? Я правильно понимаю? А, нет. Так, хорошо. Два вниз, два вверх. Ага. Вот. Вот. Вот, генератор пошел, поехало. Работает, все хорошо, все замечательно. Вообще зашибись. Тут есть кто-то? Тут-то кто-то, тут-то есть, а нет? По-моему, нет тут-то никого. Возьмем кассету или что такое. Какой-то диск. Марс и Юпитер. Тут-то никого нет. Ну и хорошо, и слава богу. Мне вот эти проблемы нахуй не нужны. Как бы меня кто-то из-за угла не схватил за шею мою милую, прекрасную. Мой отец безумный, психопат какой-то. Вон статуя-то страшная еще. Как тут много комнат. Ага, это одна комната. Пахнет ужасно. Должно быть, трубы засорились. Ага. Цепи? Может, я смогу их чем-то сломать? Чем? Молотком маловероятно. Надо... Нужен лом. Blue knees? Is real? Blue knees. А, голубые колени? Там какая-то ачивка была получена, но непонятно, что это. Да что ж такое ты будешь делать? Да что тут за звуки? Что это такое? Комбинация вправо, 5 влево. Тут ни хрена не видно. 5 влево. Перевернуть 5 влево. 5 влево. Че 5 влево? Хуй пойми. Ну идем дальше, ладно. Мы, правда, еще в основной комнате не осмотрелись, но давайте посмотрим, что тут есть. А, тут надо сфоткать что-то. Ты на меня не смотри. Ты страшная статуя. Да, Китти. Здорово. Так, тут надо сфоткать обязательно. На память пойдет. Что-то как-то ничего не произошло, кстати. Наверное, не все попало в кадр. Надо вот так вот.
Нет, тут ничего нет. Может, вот так вот? Да нет, ничего не происходит. Ну ладно. Так, еще какой-то медальон. Дедушка посвятил всю свою жизнь созданию часов. А, это часы. Сколько времени там? Тихо там. Ага. Ага. Поздно. Спать пора. Ну, идем дальше. Там много часов, там комната с часами. И что за дверь? Ага, это кухня. Надо сейчас кассету прослушать. Я думаю. Очень долго вот это вот все открывать. Какие-то магнитики забавные. Тут цепи, но молотком их не сломать. Надо все обязательно осматривать, а то потеряем что-то. Упустим из виду, как, кстати, вчера на стриме в 12 Minutes. Одна какая-то улика может... Одна какая-то вещь или улика может все прояснить. Как же было удобно, что два дома были соединены. Мы могли завтракать с дедушкой каждое утро. Ну, какая тут жуткая сестра одноглазая. Видно, он не особо-то любил сестру. 5 часы. Тут, кстати, какой-то разъем для медальона. Мне кажется, что сюда и надо использовать разъем для медальона. Ну ладно, давайте пока что прослушаем запись. Так. Кассета. Даже с момента первого контакта уже поздно. Когда демон присоединяет себя к человеку, он становится своего рода паразитом. Он питается носителем, вплоть до того, пока полностью не обладает его душой. В большинстве случаев цель демона — вернуться в мир живых. Если ты хочешь оборвать эту связь... Что ж, боюсь, что это дело не из легких. Я могу долго говорить о различных ритуалах и процедурах, но самый лучший способ — повиноваться. Помоги демону получить то, чего он желает. Только тогда демон уйдет по своей воле. Охуенный совет. Обычно они попадают на земное измерение через определенные объекты, которые они используют как проводники между мирами. Даже если ты позже избавишься от этого объекта, демон уже наладил нужный ему контакт и уже ходит среди нас. Что-то с переводом не так. На первых стадиях одержимости человек-носитель обычно отстраняется от друзей и семьи, становится агрессивным, даже жестоким. Это результат духовной борьбы между носителем и сущностью. Оба борются за контроль над смертным телом. Симптомы, свидетельствующие о прогрессировании одержимости, это головокружение, тошнота и головные боли, последний из которых может быть настолько сильным, что может оставить носителя без сознания на несколько дней. Темная сущность манипулирует носителем с помощью визуальных галлюцинаций и голосов в голове, уничтожая рассудок носителя, чтобы сделать его податливым, послушным. Вот так демон полностью берет жертву под свой контроль. Хорошо. О, и я пока не забыл. В некоторых случаях одержимости насекомые поблизости начинают себя странно вести. Ага, пауки убегают в лес. Особенно тараканы. Мой совет — держись подальше от насекомых. Это просто не может быть, я не могу быть одержим. Отец думает, что я одержим, ага. Это должна быть какая-то ошибка. Те фотографии, эта нога, эта рука. Я не делал этого. Отец думает, что это был я, но я... Господи, моя голова. Дверь. Красная дверь. Что со мной происходит? Это то, о чем говорил этот мужчина? Я не знаю. Да не может быть такого вообще.
Открыть записную книжку. Красная дверь. Может ли это быть дверь подвала? Дверь подвала? Так мы были в подвале. В подвале генератор. Генератор работает. Какая дверь-то? Тут даже двери-то никакой нет. Бу. Нет? А, сюда можно залезть. А-а-а. Я бы не догадался. Вот если бы я Бу не сделал, я бы не догадался. Ой, я сейчас обосрусь, наверное. Сейчас что-то вылезет, какая-то хуйня. Эть, никого. Так, тут ничего нет. Надо смотреть под ноги внимательно. Потому что всякое барахло валяется. Опа, красная дверь. Надо сфоткать. Потрясем. Ага. Полицейская на этот, как его, намотка, обмотка, как это? Опломбировали, короче. Ебать, это колодец. Ебать, сейчас вылезет деваха. Что? Что это за место? Я тебе говорю, вылезет деваха из этого, из звонка. Это невозможно. Что со мной не так? Надо сфоткать. Ага, она пыталась вылезти, ты видел? Оккультные символы. Те символы. Я видел их раньше. Тут три замка получается. Да, тут три замка. А у нас где-то была фотка. Где-то фотка была. С этими символами. Вот. Так, взаимодействовать. Давайте вот это избавиться. Избавиться, это лишнее. Вот. Луна. Наверху трезубец. И тут типа мужской символ. Хорошо. Ну как он там? Символ Марса? Где он? По-моему, вот он. Так, хорошо. Тут луна. Тут какая-то хуйня вылезет. Я тебе говорю, оттуда вылезет хуйня. Выглядит как место преступления. Да, это и есть место преступления. Хотя, стой, может быть, немножко не так, конечно. Может, наоборот. А, трезубец. Нет, все правильно. Мы открыли. Открыли же? Да, взаимодействовать нельзя. Наверное, нужен молоток? Нет? Давайте еще раз фоткаем. Ебать! Мы что-то высвободили. Я тебе говорю, что-то освободили. Ага. Это тебе о чем-то говорит? Мне нихуя ни о чем не говорит. Кто там? Там кто-то есть? Мы еще, кстати, в доме много чего не исследовали. Куда он полез-то? Ну-ка, конечно, блядь. Ну не так уж высоко тут, не ной. Ага, обратно. Да куда ты залез-то? Обратно нам не... Ага. Ну если что, мы можем вернуться. Давайте посмотрим, что внизу есть, и будем потихонечку с вами заканчивать. Мне страшно, пиздец. Я тебе говорю, господи, этот запах! Фу, блядь! Вода отвратительна! Так тут тела расчленяли, что ж ты думал? Тут тебе, думал, фиалками пахнуть будет? Нет, так это не работает. Коробка очень сильно заржавела. Мэдисон. Открыть ее будет нелегко. 1, 2, 3, 4. Мэдисон, 1, 2, 3, 4. Опа. Что за хуйня? Этого не было здесь секунду назад. А вот теперь есть. Рация. Экипировать. Алло. Алло. Алло, пиздец творится, алло. Алло, как частоту настроить?
Сигнала нет, наверное. Офицер. Написано на рации. Ага. Что? Где? Ага, алло, пиздец творится, алло. Ага, идем дальше. Ага. Нихуя не слышно, повторите. Ну крепит, блять. Нет, это где-то вот здесь. Ищем, где будет нормально ловить. Сигнала нет. Может, лампочка? Так, но меня отсюда не выпускает, надо поймать сигнал. Он силен, силен вот здесь. Но они не отвечают. Какой ужасный звук от этой рации. Тут тихо. Где-то наверху, что ли? Надо рацию наверх поднять. Сигнал плохой. Вот тут вот очень близко. Очень похоже на правду, но... Я даже не понимаю, о чем они говорят. Тут очень тихо. Crime scene, do not enter. Не, ну, надо хоть рацию сделать сегодня-то. Ну вот, я смотрю на огонек, вот тут он мерцает пиздец. Тут уже тише. А почему я не могу выйти-то? Мы что, не можем перешагнуть просто? Это 100%, это вот тут. Сигнал бьет прям ключом. И все по голове. Тут вот очень слабо. Тут чуть-чуть усиливается, но все равно слабо. Thank you.
Он же пиздец, прям ебошит. Но мы под землей, сигнал-то нет. Хуй непонятно. Не ловит сигнал просто. Надо что-то им ответить. Алло, алло, сказать там раз-раз. Это хардбас. Прием, прием. Не, ну это точно там. Почему ничего не происходит? Хотя вот здесь тоже шумит. Вот здесь даже чище. Да алло. Вот тут вот что-то... Мне кажется, мы что-то улавливаем. А прям вон там вот что-то есть. Да, надо было сфоткать, блядь, дебила кусок. Кто? Надо было просто сфоткать. Тут же все на фотоаппарате замешано. Ну кто там? Кто там? Там не видно нихуя. Никого. Ага, опять кто-то. Детишки, ты ж пассатишки. Это какая-то рожа. Какая-то страшная рожа. Опа. Рация, йок. Лампочка, не надо, йок. Офицер Рассел здесь. 17 июня 1987. 5:27. Я вхожу в подвал Мэдисон Хилл. Я вижу какой-то колодец в центре комнаты. Похоже, что он открыт. Я продолжаю. Хочу узнать, что там. Ага, нахуй тебе это надо. Офицер. Боже, оттуда исходит просто ужаснейший запах. Прям как мои сапоги после смены. О боже, я не могу. Боже. Еще хуже то, что я ни хрена не могу там разглядеть. Блять! Кажется, я нашла пропавших людей. Они все изуродованы. Ебать, сколько тел. Ноги, руки. Они везде. Я не вижу Мэдисон. Я не думаю, что она здесь. Я убираюсь отсюда. О боже. А, она еще тут. Что это было? Кажется, я не одна. Тут точно кто-то есть. Кто? Где? Бабай. Алло. Рука какая-то подплывает. Мэдисон? Это ты? Нет, это не Мэдисон. Полиция! Ну-ка покажись! Смотри, рука плавает. Это приказ!
Ладно. Все хорошо. Все замечательно, все просто заебись. Ничего не происходит, все нормально. Назад! Поднимите руки вверх, чтобы я их видела! У меня есть ордер на ваш арест! Не подходите ближе! Назад! Стреляй, блядь! Я сказала назад! Кого-то съели. Алло. Опять надо фоткать, что ли? Давайте лишние фотки уберем. Давайте. Серия будет подольше. Чуть-чуть совсем. Избавиться. Это оставим. Это избавиться. Это какая-то рожа. Я тебе говорю, это какая-то противная рожа. И не тут. А где? Тут, что ли? Да нет, ну вот тут вот прям. Нет, никого нет. Ладно, давайте рации, правда, найдем. Блять! Что за хуйня? Ебать! Это не может быть так реально. Так, что? Эта ебаная камера принадлежала той женщине. Но это опять рожа какая-то. Почему это происходит со мной? Я должен убраться отсюда нахуй. Ебать. У меня мурашки, смотри, какие. Видал, нет? Ах ты ж! Ебаный шашлык. Ну, господи. Где я? Душе не ебу. Красная дверь. Много красных дверей. Мы, блять, в Твин Пиксе. Что это за место? Это женщина. Возможно ли, что она все еще жива? 15 фоток, кстати. Ладно, я предлагаю на этом закончить. Красную дверь, одну из красных дверей мы выберем в следующей серии. Мне страшно, я пойду этот немного передохну, немного отдохну, потому что пиздец какой творится. Я не собираюсь в это и пока что больше на сегодня играть, проходить, нахуй это надо. А ты как обычно. Подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч.